Всю свою жизнь я ставил интересы России как на спортивной арене, так и в других сферах жизни. Россия – моя страна, моя родина, моя семья. А для того, чтобы семья была крепкой, необходимо поддерживать друг друга, сплотиться в трудную минуту, быть всегда готовым прийти к ней на помощь. России брошен вызов, целью которого является развал нашего государства. Нацизм на Украине привел к тысячам смертей на Донбассе. На протяжении последних лет используется Западом как оружие для достижения своих целей. А народ Украины стал заложником националистической и западной пропаганды. Чаша терпения переполнена. Появились явные угрозы миру и нашей земле. Спецоперация на Украине направлена не только на спасение жителей Донбасса, но и на защиту россиян. Мы должны поддержать и объединиться. Нападки коснулись всего нашего спортивного общества. У нас был один флаг. Российские спортсмены подверглись откровенной дискриминации. Спорт, который всегда был... Хочу обратиться к нашей доблестной российской армии, солдатам и офицерам. Россия в очередной раз встала на защиту мирных граждан, которые подвергались в протяжении нескольких лет бомбежкам и обстрелам. Знаете, что мы едины, мы вас поддерживаем, мы гордимся вами, вашим профессионализмом, мужеством и отвагой. Желаю вам удачи в вашем нелегком деле по защите мира во всем мире. Дорогие воины России, мы, спортсмены ЦСКА, защищаем честь Родины под мирным небом. Вам же выпала сложная задача, рискуя собственной жизнью, защищать мирное население братских славянских народов, жизнь женщин и детей от неонацистского беспредела. От вашего мужества, силы духа, военной мудрости зависит, каким будет мир завтра. Желаем вам удачи, быстрого и успешного выполнения поставленной задачи. Верим в вас и очень ждем домой. Дорогие воины! Ребята, нам сложно представить, насколько тяжело вам сейчас. Но мы очень внимательно следим за новостями и сильно переживаем за вас. Конечно же, нам всем хочется, чтобы это поскорее закончилось, и вы смогли вернуться к своим близким, своим родным. А главное, мы вам желаем, чтобы вы вернулись здоровыми и невредимыми. Ребята, нам сложно представить... Ребята, нам... Хочу сказать... Дорогие друзья, в это непростое время хочу выразить большую поддержку нашей российской армии. Мы большая многонациональная страна со своей культурой и своими ценностями. Я прошу вас не забывать свои корни и то, какой силой обладает российский народ. Всем нашим солдатам и офицерам пожелаем мужества и отваги, не терять самообладание. Будем вместе переживать за события на Донбассе, потому что безопасность и благополучие наших родных и близких, нашей Родины – это самое главное. Как на земле, так и в небе Россия контролирует ситуацию в Украине. Российская военная специальная операция не угрожает мирным жителям. Мы поддерживаем нашу армию. Уважаемые солдаты и офицеры Вооруженных сил Российской Федерации, не сомневаюсь в ваших профессиональных качествах и героизме, которые вы проявляете во время проведения специальной операции. Уверен, вы выполните все поставленные перед вами задачи. С вами Россия. Уважаемые солдаты, как истинный сын своего народа, своей страны, я поддерживаю государство и армию. Хочется выразить слова поддержки Вооруженным силам Российской Федерации. Будьте смелыми, упорными, едиными. Не бойтесь трудностей. Вместе
мы сила. Как истинный сын. Я борец, я армянин, я родился и вырос в... Я борец, я армянин, я родился и вырос в России, я россиянин. Я горжусь быть частью могучего многонационального народа России. Я горжусь нашими спортсменами и нашей армией, президентом. Я горжусь всеми людьми, кто вносит свой вклад в развитие и процветание нашей страны. Сегодня мы как никогда должны объединиться и поддерживать друг друга. Объединиться вокруг лидера нашей страны Владимира Владимировича Путина. Во благо народов, которые мечтают жить в безопасности, быть защищенными и свободными. Жить в мире и согласии. Я обращаюсь ко всем спортсменам и гражданам нашей России. Будьте едины. Едины в целях и задачах нашей Родины. Я борец. Я борец. Я борец. С уважением обращаюсь к солдатам и офицерам Вооруженных сил Российской Федерации. Хочу выразить безграничную благодарность за то, что вы защищаете нашу Родину, а также мирных людей. С вами Россия. С уважением. Дорогие. Но наш мир уже сталкивался с абсолютно. Сейчас очень модно. 24 февраля началась специальная военная операция на Украине. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Выполняя поставленные задачи по защите наших людей на Донбассе, по обеспечению безопасности нашей Родины, российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои, жертвуют собой и своей жизнью. От себя лично, от спортивной команды по плаванию и прыжкам в воду, от всего Центрального спортивного клуба армии. Хочу выразить поддержку нашим товарищам, выполняющим эту наисложнейшую задачу. Знайте, мы с вами. Удачи вам! 24 февраля. Дорогие ребята, друзья, коллеги, мы, россияне, даже и представить себе не можем, как вам там сейчас тяжело и через что вам приходится проходить. Вы должны знать одно, что все это время мы действительно сильно за вас переживаем, следим за новостями, как никогда раньше, а посылаем в вашу сторону только позитивные эмоции и сильную положительную энергию. Безусловно, все из нас хотят, чтобы эта операция скорее закончилась, и вы все вернулись домой к своим семьям целыми и невредимыми. Для нас вы стали настоящими героями. Вы – наш луч солнца в этот серый дождливый день, который пробился сквозь плотные тучи. Я хочу пожелать вам спокойствия, ясности ума, веру в себя и своего товарища, чтобы вы были полны решимости и оставались сильны духом. Помните, что все, что вы делаете сегодня, вы делаете для вашего будущего. Будущего ваших родных и детей, будущего вашего народа. Ребята, мы с вами ваши родные и близкие, с вами вся Россия. Удачи вам и возвращайтесь чемпионами. Дорогие ребята, хочу выразить слова поддержки. Российские спортсмены. Обращайтесь.